Такие единые центры позволяют осуществлять военно-патриотическое воспитание граждан и подготовить их к военной службе. Первая подобная площадка открылась на базе регионального отделения ДСА в Мордовии. Вначале был показан учебно-методический фильм. В нем рассказывалось о появлении центров и их задачах. Далее гостям провели экскурсию, где показали новые жилые помещения и оружейную комнату. В рамках данного мероприятия проведены инструкторско-методические занятия по подготовке граждан, проходящих военную службу, пребывающих в запасе, а также оперативно-тактическая, военная и медицинская подготовка, занятия по беспилотным летательным аппаратам. После экскурсии на открытой площадке провели учения. Юноармейцы показали мастерство в разборке и сборке автомата, навыки тактической военной медицины, занятия по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Этому ребята обучались в рамках специальной тренировочной программы. Также прошли учебные бои, где курсанты применили свои теоретические знания на практике. Ребята постреляли, побегали, и, я думаю, получили какие-то новые знания. Мне мероприятие понравилось. Я, наверное, еще буду ходить на такие подобные мероприятия. Воспитание патриотизма и любви к родине – одни из главных задач единых центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи. Они станут настоящей школой мужества для будущих защитников Отечества. Анастасия Лобашова, Елена Юфатова. Народные новости.